Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жану Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванша Калпатару Ашаки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхю Намо Нама Муканкароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайтагирим Ятки Патам Ханг Банди Парама Ананду Мадвам Биндавай Тусиде Байпиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаврия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Жагод Бхарунна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхеттатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Бисфуриджита Камипига Бабадушу Адарш Пурнанурагра Сасагура Сара Мурти Сарадхикамай Кадакикамай Кадаш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato, Sankirtanai Kapitaru Kamala Yataksha. Вишам бару дижа бару жугадхарма палу банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита Бхужау Канака Бодато Санкиртанай Капитару Камала Айотакшо Вишам Бару Дижа Бару Жугадхарма Пало Банде Жагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушита бхам бхагам Нараяно приямананга парам Варанаси пурапати бхажави шанатам
Vagishajusho Badane Lakshmi Yashacha Bhakshashi Yashaste Sambi Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Sadayam Hidayam Yasho Vachaha Satya Bhushitam Kayaha Parahitam Yasho Kalihitasho Karoti Kim Sadayam Hidayam Yasho Vachaha Satya Bhushitam Kayaha Parahitam Yasho Kalihitasho Karoti Kim Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said, Kuru Charan is such a place. Гауди Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гуру Чаран – это такое место, когда мы достигнем которого никакой неудовлетворенности у нас не останется. Мы будем чувствовать себя полными, наполненными. Но мы часто чувствуем какое-то неудовлетворение, беспокойство, сомнение, подозрение. И это наше предание стопам Гурудева. То есть что-то тут не так. С какой стороны не так? И вот Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что Шри Гуру Чаран – это такое место, достигнув которого у нас не может быть никаких сомнений. Мы будем чувствовать себя довольными. И если вы чувствуете какие-то проблемы, какое-то неудовлетворение, не чувствуете себя. Вы чувствуете какую-то неудовлетворенность, что-то такое, это значит, что ваше предание лотосным стопам Гурудева не совершено. Гуру Сева, Шрила Прабхупад говорит, Гуру Сева – это лучшее из видов служения. Мы можем сказать, что это даже больше, чем Бхагаватсева. Больше, чем Бхагаватсева, значит, это Гурусева, значит Бхагаватсева. Но все же это больше, чем Бхагаватсева. И вот Шрила Прабхупад говорит, Гуру И вот здесь говорит Шрила Прабхупад, много раз говорит. Гуру Сусасанам Наму Сарва Дхарма Таматтама Тасмат Дхармат Паро Дхарма Павитрам Дхарма Навиддате. Мы можем чувствовать удовлетворение, когда мы совершаем подлинную Гурусеву. Если мы думаем, что Гурупад Падма – человек, сделанный из плоти и крови, как-то выглядит красиво или не очень, высокий или не очень, это не наш Гуру Даршан. Главная ошибка, в которую совершают люди, то, что они не могут видеть гуру везде. Гуру – это принцип. Их гуру даршан локализирован в какой-то личности, в каком-то человеке. Но они слепы и не могут видеть, что гуру присутствует везде. Он везде существует. И особенно те, кто служит Гуру Деву, они…
without which Guru Seva is not complete. Guru Seva is not complete. Main point is that why I am losing everything. Но совершать Гуру Севу нужно с должным вниманием, уважением и почтением Гурудева. Иначе она не полная. Почему так происходит? Кали, оно мешает, какие-то проблемы совершает. Кали не позволяет совершать Харибаджан. Это Кали намерение такое. А мы в свою сторону, с своей стороны должны решить, кто такой Кали. Если мы совершаем Гуру Севу, то наша Гуру Сева, она преодолеет влияние этого Кали и всей Кали-юги. И таким образом наше ложное эго, никто не отвечает, ответственен за нас, наше такое плачевное состояние. Шрила Прабхупад говорит, кого же обвинять? Мы должны обвинять самих себя. Только ваше ложное эго становится причиной вашего падения. И вот в Бхагаватам говорится, ложное эго может возникнуть, как, когда у нас есть склонность к наслаждению, и эта склонность к наслаждению может мешать вам открыть дверь вашего сердца, чтобы милость Гуру в форме того же солнечного света или еще чего-то пришла в ваше сердце. И вот Шрила Прабхупад приводит пример. Какой-то человек спит в своей комнате, закрыл окна и двери с утра. И вот человек с закрытыми окнами, дверьми говорит, что солнце еще не встало, поэтому буду спать дальше. Ему говорят, откройте окна, увидите, что солнце встало. А тот человек утверждает, что двери, окна закрыты, поэтому можно спать дальше, думая, что солнце еще не встало. И также обычные люди тоже ведут себя подобным образом. Если мы откроем наше сердце Гурудеву, то тогда милость Гурудева сможет прийти в наше сердце и очистить его до превосходнейшей степени. И никаких проблем не останется. Ложное эго значит, что если у меня есть ложное эго, то, несомненно, я пытаюсь... Ложное эго значит, что у человека есть склонность к наслаждению. Если у человека есть склонность к наслаждениям, он пытается поддерживать какую-то privacy. Ну, в общем, закрылась какая-то. Прахлад Махарадж говорит в Шримад Бхагаватам. То, что как долго наслажденческое наслаждение. Есть в нашем сердце, то а когда оно уходит, то человек развивает силу. Бхагаватая калпатая. В тот момент, как тархи ева бхагаватая калпа. Джайхи тархи.
И в тот момент, когда человек оставляет все желания посторонние, вожделения и все остальное, то тогда сила Бхагавана, Бхагаватая Калпаты, она приходит в наше сердце. Что значит эта сила? Значит, что мы сможем возвыситься над этими тремя гунами материальной природы и обнаружить себя на таком уровне, с которого мы можем иметь полный даршан, можем видеть все в, этом, со всех сторон. Как в геометрии. Если круг разделить на четыре части перпендикулярными линиями, то получится четыре угла по 90 градусов. И вот люди обычно видение такое с какой-то одной стороны. И даршан это не полный. Потому что это наш даршан, он находится в каком-то угле. Вот 90 градусов, видимо, часть четвертую только. Или половину, если на 180, но Шрила Прабхупад говорит. Вот, а когда мы можем смотреть со всех сторон на все 360 градусов, то тогда мы можем видеть вещи такими, какие они есть, без всяких препятствий. Это зовется Вайшнава Даршан. Я удивляюсь, вы посвящаете столько энергии. Иногда я думаю, мы иногда стремимся, что-то делаем, но результата не получаем. Кого же обвинять в этом? Все, что мы должны думать снова и снова в тот момент, когда мы оставляем все свои посторонние желания, тогда мы обретаем Бхагаватая Калпаты. Милость силы Бхагавана, она снизойдет к нам, но сейчас мы не можем этого обрести. И вот я бросаю вызов Кали. И вот много случаев случалось, но пытаются как-то мешать, но не получается у них. Почему? Какова причина? Суть в том, у меня нет никаких корыстных желаний. Я говорил, если вы не верите мне и составите меня, я не буду возражать. Живите, как хотите. Если у нас есть какие-то посторонние желания, желания славы, лабхи-пуджи и пратишти, то тогда удовлетворения у нас не будет.
такой саду, как Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати или Шрила Кешава Госвами Махарадж? Почему они не чувствуют никаких проблем, когда мы успокоились, не обуреваемые никакими посторонними желаниями, то наш шум успокаивается и достигает вот этого состояния, когда мы не умиротворены, и тогда мы можем начать настоящий харибаджан. В Шримад-Бхагавад Махапуране говорится, когда мы можем начать настоящий баджан, тогда наше сердце будет удовлетворено автоматически. Прасанна. И когда мы совершаем бхакти-йогу, то тогда автоматически нам не нужно думать об этом. Тогда все сатва-раджа, там гуна, все такие противоречащие друг другу качества, то есть они могут пытаться как-то помешать нам, но наше сердце не могут как-то задеть. Только внешне могут как-то мешать. И вот когда мы утвердимся в Шуда-сатве, то будет такое состояние, что несмотря на внешние какие-то раздражения, мы будем умиротворены. И поэтому я начал с такой шлоки из Нити Шастра. Ну, не с наших шастр, но все же она очень прекрасна. И в этой шлоке говорится, что когда наш ум очищен, нет никакого осквернения. И очень важно, если наше сердце нечисто, то тогда Бхагаватата Вигьян или Бхагаван мы не можем видеть в своем сердце, когда Гуру Вайшнава. И вот Гуру Вайшнава, они видят Бхагавана везде, и поэтому они всегда удовлетворены. У них нет никаких беспокойств. И в этой шлоке, с которой я начал говориться, если наше сердце очень чисто, я хочу организовать какое-то абсолютное благо, принести абсолютное благо другим, для всем и каждому, даже всем творениям в этом мире, хотя я не могу это сделать, но прямо сейчас я пытаюсь все же, и когда наше сердце чисто, мы думаем о благе всех, всех и каждого. И когда мой ум чист, я ничего не скрываю. Если человек что-то скрывает, обычно это признак лицемерия. Sadayam hidvayam yasho
All my speech, each and every word is ornament, decorated with ornament of truthfulness. Vachaha satya bhushita. And kayaha parahitam jasva. My body is dedicated to you all. I am trying to seek benefit for you. In different, form, I am trying to И вот я пытаюсь, думаю, как принести вам благо. Если мы думаем о благе, всех, то Кали, оно не может никак навредить нам. Я могу бросить вызов Кали, пускай попробует что-то сделать. И поэтому Кали не может как-то побеспокоить таких великих саду, как Шрила Бхакти Валабху. Тирта Гасай Махарадж или Бхактивиданта Вамана Гасай Махарадж или Бхакти Прамода Пури Гасай, они вне влияния Кали. И вот чем больше запутанность приходит в наше сердце, тем ближе наше падение. И вот я хочу вести свою жизнь как даже как ребенок, это тоже неправильно. Правильно будет сказать, я хочу жить как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Гасай Махарадж. Его жизнь настолько чиста, настолько свята, что даже с детьми нельзя сравнить, поскольку дети из-за предыдущих самскар ведут себя как, в общем, дети из-за предыдущих самскар достаточно скверно себя ведут, бывают. Иногда, если дать какие-то сладости для ребенка, то он даже со своими братьями и сестрами не делится. Но дети, которые делятся со всеми, такие самскары у них гораздо лучше. Но все же Шрила Бхакти Прамод Пури Гасай Махараджа нельзя сравнить даже с детьми, настолько он чист. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что один из признаков вайшнава – это саралата, простота. Ну, опять же, простота не значит глупость. И вот глупо ожидать, что люди, которые приходят в движение, они все с чистым сердцем. Все откуда-то приходят, и зачем? Чтобы как-то очиститься хотя бы. И глупо ожидать, что все прям, все сразу с чистым сердцем приходят. Еще пример такой, если кто-то умеет плавать, то нужды учить их плавать нет. Много раз я говорил, но не все могут уделить должное внимание этому.
И главное в том, что если вы можете сконцентрироваться на чем-то, то этого можно и достичь. So kama sarva kama va moksha kama udardhi tivrena bhakti yogena jajeta purusham param jajeta jajeta mane you will have to jajeta you do oh come on abasana is there okay no problem есть у нас желание или нет это не столь важно. Все равно мы должны молиться Кришне, просить это у Кришны. И вот один случай был, один замидар, землевладелец, Индраджит как-то. Он любил табак. Ну, в общем, в те дни было модно там табак курить. У него была такая огромная трубка табачная, вот и занимался этим. Через воду фильтровали. Ну, как бы менее вредно считалось. Шрила Прабхупад говорит ему. I promise you, my, those devotees there, Shevak, I can give them instruction to arrange some tobacco in your, tobacco system. Follow, I can arrange, I promise. First of all, you take all very costly tobacco. This kind of tobacco is 1,000 rupees, this kind. So nice flavor. Cigarette also. The valuation of cigarette depends upon the blending. How much, what kind of tobacco you use. One cigarette is, 20 rupees in India also. And one cigarette is 2 rupees. Why? It's depends on the blending. Flavor comes. Tea also. Махарадж говорит, что, ты рассказываешь, что этот землевладелец любил дорогой табак курить. Ну, эти табак различаются под качество, по цене, как и чай. И вот. Шрила Прабхупад сказал ему, что сначала иди весь этот свой табак предложи Кришне и приходи ко мне. Но поскольку Шрила Прабхупад знал, что если кто-то привязан к чему-то, если это что-то предложить Кришне, то Кришна очистит наше сердце. Такая техника. Ну, я не знаю. Ну, некоторые слишком страдают от того, что наслаждаются. Но если это все предложить Кришне, то жить будет гораздо проще. Ну, то есть смысл не в том, чтобы бороться, если хочется наслаждаться, это не значит, что прям надо страдать от этого. Просто предложить объекты нашего наслаждения Кришне, и тогда будет гораздо проще жить. А если мы едим, спим, наслаждаемся ради интереса Бхагавана, то это будет другое. И тогда Кали,
что он сделает, какие проблемы Кали может принести в нашу жизнь. Если наша жизнь становится очень запутана, то ничего хорошего нет. Мы должны жить такой простой жизнью, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Кто-то там хотел обмануть Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Ну, тут мошенников в Индии хватает. Сейчас одно животное может носить одежду саньяси, но раньше саньясу получали достойные личности, а не как сейчас. Бхагаватам говорится, что люди могут внешне находиться, или саньяси особенно, могут носить одежду саньяси, по сути они животные, занимаются только сбором денег с населения. И в этом вся их суть, все их саньяса. Гуру в то время, лет 50 назад, мы писали чернилами, промокашки были, чтобы лишние чернила промокать. И вот Гуру Падма также подобен такой бумаге, которая может впитать в себя ваши дурные качества. Но мы не можем принять Гуру искренне и позволить ему сделать это. Что же делать? И чем больше запутанности в нашей жизни, тем больше мы будем обманывать себя. И вот милость, она как дождь нисходит, но мы слепы, заняты какими-то другими вещами, не можем принять эту милость. И вот смотрите, Шрила Кришнадас Кавираж Госвами, кто он? Шримати Радхарани говорит, Кришнадас Кавирадж, вот он мой преданный Масаки Кастури Манджари. И тогда, что он так много смирения и уважения ему оказывает, и в этом его природа, чем больше мы возвышаемся, чем больше понимаем баджан, тем больше вкуса к баджану у нас развивается, тем больше смирения у нас появляется. Это автоматический фактор. И вот в соответствии с пропорцией, чем больше мы понимаем баджан, тем больше смирения у нас появляется. И вот Кришнадас Кавираж Госвами на каждом шагу говорит, что он молится лотосным стопам Вридаван Дастагу Махашая. So, okay.
И вот Кришнадас Кайлаш Госвами, он каждую часть секунды он молится Вриндавандас Такуру, поскольку он Вьясадева Гуранга Лила. Тот, и вот Кришнадас Кайлаш Госвами молится и провозгласает открыто. Если я думаю, из своего ложного эго я могу написать Гауранга Лилу, то это неправильно. Что такое Гаудия Баджан? Вот если посмотреть на их пример, то Гаудия Баджан — это мольба о милости буквально. И Кришнадас Кайлаш Госвами пишет: если я захочу составить Чайтанья Чайтамриту из-за своего ложного эго, то я не смогу это сделать. Все снисходит свыше. Бесконечная сиддханта в like scarred head, like red cloth, like sannyas, like if I become angry, it is also good, and if I become angry, also it is not good. Because if I angry, then they cannot read my writing. Follow? Same thing. In infinity pure, yes. In infinity pure, as you know, of this creation, there is rare such acharya, rare. Во всем этом творении такого ачарья, как Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, никогда не было. Но все же какие-то глупые люди спрашивают. Ну, я уже отвечал, еще раз спрашивают, и вот пишу ответ. Сейчас я составляю книгу как Веданта Сутру. Первое, пишу эти темы, потом сомнения, вишой, самшой. И после этого Пурвапакха. Первое. И вот зачем Махарадж книгу какую-то пишет? Cheater,
Nityananda himself, I promise you. Now Nityananda Babu going to take step. How to make people understand that this is absolute truth. И вот как дать людям понять, что есть абсолютная истина, а что нет. Нитянанда Прабху этим занимается. We cannot spend crores of rupees. We have no money. The automatically Nityananda coming, going to arrange. You can shortly come to know. И вот по милости Нитянанды все это произойдет, что наши слова и все остальное достигнут, дойдут туда, куда нужно им дойти. Это произойдет по милости Нитянанды. И также хочу попросить вас всех иметь терпение и скооперироваться с нами. Шрила Прабхупад говорит со смирением, что все, кто пришли ко мне, они моя гуру-варга. Я не могу сказать, что они мои слуги, я их слуга. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, что все они моя гуру-варга, они помогают мне совершать гуру-сева, поскольку гуру-сева... Она вечна. И Шримати Радхарани также, она может делать все сама, но если кто-то помогает ей, она очень благодарна им. Какова разница между Кришной и Радхарани? Они не отличны друг от друга. Тот, кто Радхарани, она Кришна. Са Эва Са. В Бхагаватам, в Скандапуране говорится Са Эва Са. Кто есть? В общем, не отличны друг от друга. Фу. Но все же есть некая разница, и какова она? Бхагаван Си Кришна, он доминирующий Абсолют, а Шримати Радхарани доминируемый Абсолют. Шримати Радхарани, она распространяет себя в Каявьюху. Лалита Вишакха и все остальные, они помогают ей совершать гуру-севу. Изначально гуру, кто Кришна, Кришна, Ванде Джагад Гуру, но все же Баларам Гуру. По милости Нитянанды Баларама Гурудева я составляю И вот кроме свидетельств из Писания, я еще привожу, приведу такие свидетельства, что нечего будет сказать. Я ожидаю честные вопросы от тех, кто спрашивает, задает какие-то вопросы. Я счастлив слышать их вопросы. Вот по мере возможности отвечаю на них. Если кто-то задает вопрос, это вдохновляет, и я отвечаю, чтобы проявить истинную славу Гауди Матха. Мы должны помнить, at the bank of which kundo they are staying. Maybe they are staying in the kundo of you. That's why I'm not speaking. Некоторые люди думают, что
живут на берегу Радхакунды, но если посмотреть на то, чем они занимаются, что думают на их лидеров, то у меня даже язык не поворачивается их назвать. Максимум могу сказать, что Кундаваси, что живут на берегу какого-то водоема, что это водоем неизвестно. Может, это водоем испражнений. И вот таких людей я никогда не называю Радхакундаваси. Просто Кундаваси максимум. Что они на берегу Наракунды или Кунды из мочи они живут, поэтому я не уточняю, на берегу какой Кунды они живут, как Прохлад Махарадж говорит отцу. Очень так, чтобы отец очень доволен им. Он называет его Асура Варджем, лучшим из демонов. С одной стороны, ему приятно, с другой смешно, что он лучший из демонов. Это с одной стороны, а с другой стороны, если посмотреть, худший из людей. Но он не обиделся, а был доволен, что его так назвали. Был восхищен таким титулом. И вот я могу заявить, что такие люди живут на берегу Наракунды, никакой Радхакунды там и не пахнет, я могу это доказать научно. И вот чтобы представить Гаудия-матхи, я вот вынужден был одеть эту шафрановую одежду, поскольку они думают, что это очень дешево. И вот Вриндаван Дас Такур Махашой, смотрите, сколько уважения, почета он имеет Кришнадаске Враже Госвами говорит, если из-за ложного эго, я думаю, что я могу написать читание Читамриту или составить ее, то это не так, у меня нет такой силы, поскольку все происходит по милости. И вот сейчас, предыдущий день, я говорил, и вот лев — это символ Балвирья, это силы и храбрости, мужества. И вот в Гаудия-матхе львы популярны, у нас на эмблеме и в Гаудия-матхе тоже. И вот и вот лев — это симха, индийское национальное животное. Лев может быть сравнен с многими вещами, как ачарья, лев, ачарья, симха. Поскольку лев, он
с одной стороны, он в соответствии со своей природой и питается плотью, но все же силен и храбр. По повалению, почему Кришна и помещает на себя, это по павлине перо, поскольку у этого павлина нет такого прямого разделения, он семя как бы испражняет, а самка это семя берет себе, они как бы не совокупляются прямо так косвенно. И лев тоже в год он один раз совокупляется, зато долго. И вот одно письмо было написано про Кашананду, читание Махапрабху. Он был недоволен, что Сарвабхаума Бхаттачарья, он был подобно колонии Майявады, он изменил свои убеждения. И тут написал ему гневное письмо. Тот обвинял его в том, что он слишком много ест просада, танцует как муж, он контролирует свои органы чувств. И вот Адвайта Гасайя. И лев во всю свою жизнь, совокупляется с львицей раз в год, но ест но питается плотью. С одной стороны, он плотью питается каждый день буквально, а с другой совокупляется раз в год. Какова причина? Все посмотреть на птичек маленьких, не знаю, как на русском, птички какие-то. Ну, эти птички совокупляются там несколько раз в день, хотя питаются только зернышками. Прокашананда, когда это письмо получил, был удивлен. То есть птички едят немножко, маленькие зернышки совокупляются каждый день, а лев ест плоти, ему раз в год достаточно. Какая причина? Вот тому не нашлось ничего ответить. Вайшнавы очень могущественны, что могут ответить на любой вопрос. И вот от Баларама Нитинанды, и вот Бхагаван, почему он приходит в этот мир? И вот есть одна преданная, слушала много харикатхин, задает вопросы. Мне нужно писать такие достаточно простые вопросы, и мне надо
Надо на это все отвечать. Зачем божества? И вот нужно уделить время и ответить на все вопросы. И вот. И вот Бхагаван по своей беспричинной милости принимает какие-то аватары, является в форме аватара, снисходит. Бхагаван говорит сам, что толку от Расалилы. Вот Расалилу Кришна совершает, чтобы порадовать всех своих преданных, хотя он самоудовлетворен, но все же. Почему я А вот Махараджа в детстве любил играть, но дети обычно любят играть, могут там часов 8 непрерывно играть. Если спросить, зачем этим занимаются, как бы им нравится, они радуются, когда играют и прибыли или убытки, не думают в это время. То есть мужу было чем-то полезным заниматься, чем херню страдать, но все же они играют, и внешней пользы никакой нету. Вот. И вот Бхагаван также, когда совершает Расалилу и другие лилы, он чувствует какую-то радость, он хочет порадовать преданных и поэтому занимается этим. Когда по милости Сварупа Шакти, coming by the mercy of Sarup Shakti, Bhakti Devi, then it is eternally present. If some Acharya preaching all over the world, sufficient preaching was not there in front of he himself. That is the Siddhanta of Prabhupada. Next Парикатана. Siddhanta Srila Prabhupada в том, что сначала нужно проповедовать себе, а потом остальным. Нужно наблюдать, что некоторые люди, носящие одежду саньяси, занимающие посты ачарьи, говорят какую-то хрень, и это под видом проповеди преподносится. Хотя если послушать, сущая ерунда. И вот если кто-то задает мне вопросы, я вынужден на них ответить. Почему Кали Аватара нет? Пока живу в этом мире, прошу вас совершать баджан должным образом, а когда я уйду с этого мира, то уже будет сложнее. Мы должны поместить себя в такие обстоятельства, чтобы у нас была связь с гуру, даже когда гуру оставит этот мир. Because
И вот все, Бхагаван приходит, чтобы даровать Ананду, трансцендентную Ананду. И вот когда Варахадев пришел два раза, и Бхагаван также пришел. И вот Бхагаван Вараха явился из ноздри Брамы, как москит, как комар, и потом превратился в Варахо. И после этого борьба с Хираньякши возникла. И кто хотел землю с орбиты как-то сдвинуть. И вот Вараха помешал ему и вернул землю на свое место, поскольку Ману попросил его, поскольку нужно было заниматься творением, а тут такое произошло. И вот Бхагаван явился в форме Адивараха. А еще в этом Ади Вараха еще там Хираньякши, Хираньякашипу не было. И поэтому есть две Вараха аватара, это вторая Вараха аватара. И вот когда Вараха Бхагаван спас землю, не в форме Варахи Нрисимхи. Бхагаван показал свою великолепную милость Прахлад Махараджа. И вот эта природа Бхагавана и являть лилы с преданными. When they are going to do their pratishtha is supported by Bhakti. Even from Vrindavan inside, I can give some example. Рибху Риши. Different forests I went. Ой, я был во многих лесах Вриндавана, босиком ходил. I went to different forests in Vrindavan. You know? В других местах тоже, в Бадринараяну ходил, и там достаточно опасная дорога, колючки, но особенно босиком ходить, идти тяжко. В общем, там очень аскетичные условия, темно, колючек много. Спать на бамбуке, шакалы всякие ходят, змеи, одни опасности. Опять же, как можно жить в такой ситуации, зависит от нашей веры в Бхагавана. И таким образом Бхагаван, он и вот Махарадж пошел, где Рибху Риши жил, там очень опасно. И вот там был один саду, два раза больше, чем вы весил. Он
он так быстрым шагом пошел во Враджадам, пешком о колючках, не думал, по дороге нес божества на голове. Рада Манбихари как-то. Ну, ну, тут фанатизма много, ходить по дороге с колючками опасно, проще надеть обувь и не мучиться. Ну, в саду, в Индии положено босиком ходить, поэтому ходят босиком и мучаются. Ну, еще такой момент интересный, что вот этот сад, он как бы не думал о колючках совершенно, он думал о своих божествах, о Бхагаване, и так получилось, что он шел пешком всю дорогу и ни на одну колючку не наступил. И даже не смотрел на дорогу. Ну, такой вот вражевайся настоящий. So, after learning this kind of power from Bhagavan, you know, we can get habituated, like a pure devotee. Bhagavan like to put me in this, Bhagavan like to put me in this position. Hey, why Prahlad Maharaj is going to face some problem? If Bhagavan, problem, Bhagavan will end for Prahlad Maharaj. Born it so, indirectly they are arranging their problem. They can say if their Bhagavan is going to arrange problem, Bhagavan is arranging, no, for you not. For bonded soul, they are making their own problem. For Prahlad Maharaj, all problems are, you know, Bhagavan will arrange. Also for bonded soul, indirectly, because they are guided by Maya, they are arranging, they are like to jump into fire, they are what, to whom to blame. So, Prahlad Maharaj in problem, but their problem is not a problem, not at all problem for Prahlad. Бхагаван, он всегда защищает своих преданных вне зависимости от проблем, которые возникают. И вот, чтобы показать нам разницу между настроением преданного, демона и ракшаса, Бхагаван, он являет такие лилы, чтобы показать такой яркий контраст в их примерах. И поэтому иногда мы можем видеть, Вашишта Муни недоволен, Дурваса Муни тоже, или Нарада Муни гневается. Почему так? Дурваса очень гневен. Но мы должны помнить, Дурваса не отличен от Шанкара. Шанкар приходит в форме. Если мы пойдем, да. Когда Таттрея пришел, как то или до вас ему не пришел, все мы можем понять. И вот, и это сделано Бхагаваном, чтобы Дурваса Муни очень гневен, что говорить. Дурваса — это олицетворение тамагуна. Он выражает такую тамагуну, как Шанкар. Он вынужден делать это, поскольку он находится, этот начальник тамагуна. Он как полицейский, сработает полицейским, должен вести себя соответствующий, даже если он вайшнав, но же работает в полиции. Должен допрашивать людей, бить воров, преступников и прочее, их негодяев. Майя Деви в своей изначальной форме, она в Вайшнаве. Вот
И вот когда эти последователи Кали хотели принести жертву Бхарат Махараджа, то Кали это не выдержала, она ожила из своей статуи и всех этих разбойников перерезала. Как это возможно? Хотя она вроде тамагуны олицетворение, но все же такой ерунды не терпит. И вот таким образом, когда Джада Бхарат, он не беспокоился ни о чем, но Деви не смогла это потерпеть. Дойте бхадра бхадра шап манодхармо, эй бхало, эй манду, эй шап брахма. If you have dual conception, then you are dirty. You are woman, I am man. Man is very poor, black, is white. I give answer to your question. That Acharya is foolish. That's why everybody respecting what I can do. He's speaking more rubbish about black people being И вот некоторые люди не понимают основных вещей и проповедуют другим, можно наблюдать, что среди ачарьи много не просто глупых людей, а откровенных идиотов, которые несут всякую чушь под видом проповеди, а потом возникают вопросы, почему так или так. Ясмин сарвани бхутани атмайва бхут бижантаха татро госу гурко мохо екатам анупашчата. This two sloka I can explain next week. I mean Saturday. Follow. Ясмин сарвани бхута. Ясмин сарвани бхутани атмайва бхут бижантаха татро госу гурко мохо екатам анупашчата. Шадаям хидаям яшу бачаха шатто бхушитам каяха парахитам яшу калихи тащу каруте ким Банча Калпатарусши Кипаса Патитанам Павану Бхавишна Пхюна So, it is my request to you all. You will have to, I told you many times,